Всем привет передавай. Солнечной Осетии. Всем привет, будь пакетами. О, смотри, как ты. Кайф. Да. Сюда мы залезли. Ноги мокрые. Ну ничего, жить можно. Сейчас, подожди. Липовый чай, да? В смысле поддельный. Липовый, в смысле поддельный, да? Да. Так. Просто слышишь, он пахнет. А, ну да. Так, пошли-ка. Да. Так, тут камни классно смотрятся так. Ну, так. Красота, мост. Так, ну это вам не подходит? Нет. Это... Ты, короче, скалолаз. Я вон без рук, ногами одним хожу, видишь, руки заняты. И в камни, да, сразу? Да, глубина есть. А, ты думаешь, глубоко здесь? Ну, знаешь, мне лучше не прыгать. Почему? Ну, потому что камни все-таки. А? Это же не море, вода не такая плотная. Ты хочешь попробовать? Да. Ну, давай, давай. Смелый осетин или безбашенный, сейчас посмотрим. Слушай, а может, не стоит тебе прыгать туда? Хотя нет, нормально, нормально, мне кажется... О, рыба поплыла. Соблазн серьезный. Как? Мелко? Мелко. Не больно? Нормально? Счастье, полные штаны. Кать! Ну что бы ты делал, если бы тебя не вытащил, да? А? Что бы ты делал, дом сидел? Да, ты, если прыгнешь, попутаешь. Не холодная вода. Я знаю, хорошая вода. Вон, рыба плавает на тебя. Вон, рыбы полно. Акула! Вон, рыба полно, смотри, вон, куча плавает. Нет. Вот под ногами, вот впереди у тебя, вон. Не, повыше, повыше, повыше. Да? Вот, вот, где камень белый. Смотри на белый камень, вот впереди камень белый. Видишь, там рыба плавает. Вон. Большая? Ну, разная, с ладони, мелкая. Вот, вот, вон, вот, видишь, вон. Под низом, смотри, внизу, да, вон, полно, прям перед носом. Вон там полно. Хорошо, что я не колом приду. Да. Она пилка. Я по этой говорю. Обман зрения просто идет. А вот мостик. О, рыба, ух, бля, сколько рыбы. Да, можно прям удочки, стать удочки, ловить рыбу. Может, кто-то уходит куда-то. Так. Вот. Что, пойдем? Да, идем. Гостиница ждет. Праздник ждет нас там каждый день. Да. Так, где моя посуда? Вот. А, вон она здесь. Уже и не помню, куда я сел. Ага, личненько. Так, идем дальше. Слушай, а там точно спуск есть?
Ты уверен, что там спуск есть? Где? Ну вот. Вот. Куда? В воду прыгать? Попробуй. Ну попробуем, пойдем. Пошли дальше, пройдем там, посмотрим, что там есть. И что, вернемся? Спуска нет, да, здесь? По краю воды, да? Ну отлично. Опа. Да, вода вообще теплая. Мы до этого были, ну, когда там, в начале июня, очень холодно. Сейчас вообще по кайфу. Я думал, там глубоко, думал, головой может пинуть. Думаю, ну его надо, ты не знаешь, вода там. Тапочки уже оставил он. Тапочки я уже покинул.